Михайло Шелест, президент Миколаївської обласної федерації бойових мистецтв «Чорний дракон», організатор велопоходів. Його гасло – постійно вчитися, розвиватися, пізнавати світ. Любить активний відпочинок у всіх його проявах, зокрема велосипед. Отож, доброго вам ранку. Доброго ранку. Я вже встигла з вами трішки познайомитися. Бачу, що не лише активний відпочинок ви любите, ви взагалі активна людина. Да, взагалі активна людина. Добрий ранок, студія. Добрий ранок, телеглядачі. Да, я буду російською, якщо можливо. Я бажаю спорт, я бажаю жити у всіх проявленнях. Я бажаю активний отдых. В целом, имеется в виду не обязательно спортивный, с точки зрения спорта, но и футбол, опять же, получается, футбол как спорт, но как развлечение. Велоспорт, или даже не велоспорт, а просто покатушки, как говорится. Mm-hmm. Ну, плавание и все, что связано с общей активностью, и хотя иногда люблю просто поваляться. С велосипедом вы, мабуть, не расстаетесь, потому что навіть до нашей студии завітали с своим двухколесным другом, скажем так. Да, велосипед у меня, наверное, чтобы вам сказать так... Ну, если можно так разобраться, полжизни, а может быть где-то лет с 10, то есть у меня полжизни 20 лет. Давайте все-таки у нас сьогодні така тема цікава – велопохід. Власне, що це таке, куди можна відправитися у велопохід? Це, велопохід – це вже, якщо два дні подорожуєш, це має бути якась дуже… Да, ви праві, значить, суть велопохода взагалі… Ой, куда отправиться? Давайте, мабуть, сути розпочнемо. Давайте, да, начнем с того, что куда отправиться. Мое предпочтение, непосредственно мое предпочтение, я бы хотел, чтобы где-нибудь поближе к воде. Имеется в виду не обязательно вдоль воды постоянно, но обязательно ночевка, чтобы возле воды. Что такое вода? Вода – это жизнь. Это покупаться, это помыть посуду, это, не знаю, помыть там, покупая, насладиться видами. Опять же, если у вас есть какая-то маленькая такая портативная сетка, можно поймать рыбу, почему нет, на ужин или на завтрак. То есть вода на самом деле. Но сам поход, само путешествие может быть не обязательно вдоль воды или там возле воды, это может быть обязательно какие-то, не знаю, дороги. Угу. В данном случае я вот у меня... Краеведы кажется, какие-то. Да, вообще, так. В принципе. Единственное, я же говорю, что как бы... Вода – это жизнь, вода – это жизнь, особенно ночевка. Я думаю, подорожуючи на велосипеде, набагато больше бачиш, чем подорожуючи на автомобиле. Именно. Меня все время спрашивают, а что не на машине? Вы знаете, машина или мотоцикл – это классные вещи, классная штука, допустим, но это когда вы, допустим, проезжаете, ну, там, я не знаю, 1005 километров, и когда вы едете непосредственно с одного пункта в другой, велосипед, что такое велосипед? Вы вроде как и едете, в то же время вы как бы не идете пешком, а с другой стороны не такая скорость. Вы смотрите по сторонам, и вы видите какие-то лазейки. Я вас уверяю, я вот был, вот едешь, допустим, вдоль посадки, обычная посадка, ничего такого примечательного, какая-то дырочка такая, ну, реально, там придет человек, то есть как бы человеческая тропа. На велосипеде свернул, а там, допустим, Днепр, и там просто краевые, знаете, вот дыхание Бога, я называю такие места, там прям стоишь и прям ощущаешь его, вот прям вот он рядом стоит, он с тобой обнялся. Вот, поймите, на мотоцикле ты просто проедешь, жум. Машина точно так же. Пешком туда, если вы не местный, там какой-то поселок или села, вы туда просто не придете, вы физически не знаете это место. А велосипеда можно увидеть и, знаете, как на велосипеде, да что там, заглянем давай, заглянули, о, классно, или заглянули, ничего классного, поехали дальше. То есть вот чем сам суть велосипеда. Поэтому здесь, а я вам говорю, я вот за 7, это у меня уже 7-й поход был, объездил всю Украину. Уже и вдоль, и поперек, и с севера на юг, и с востока на запад, и с запада на восток. Я вам скажу, что впечатлений, конечно, масса, и та Украина, которую мы видим по телевизору, совсем не та, которую я видел реально. В этом походе расскажу. Остання подорож тривала півмісяця, наскільки я розумію. Да, мы уехали с 16 июля, мы начали поход и приехали в Николаев, если не ошибаюсь, 1 августа. По-моему, там вечером. Да, також бачимо, так. Багато світлин привезли. Ну, да. Це, мабуть, вже ще одне хобі таке. Впечатлений маса всього вот этого вот. Ви знаєте, хотів би розказати немножко чуть-чуть за Україну. Вот я був в таких, извините, як за выражение, дирах страны, в таких, ну, куда просто вот, если вы не местный, ну, просто физически попасть нельзя, потому что там либо пешком, и чтобы вы понимали, вот такой бурьян, велосипед катишь, были некоторые моменты вот это вот аскезы, страдания в кавычках, ну, страдания в плане самого непосредственно как издержки производства вы катите. Но зашел, нам надо было сварить кушать,
такая маленькая история. Надо было сварить кушать, и у нас не было дров, просто не было. То есть вода была, еда была, сварить не, то есть огня не было. Мы зашли в какое-то село, попросили там у первых попавших людей, которые стояли, можно сварить. Какая-то там женщина говорит, идемте ко мне, ну там в соседний двор. Мы... То есть в принципе люди відгукуються, так? Я вам скажу, что в этом походе прям, ну, мужчина, я опять прискакиваю с истории, если напомните, я продолжу, да, ее. Я скажу, активна людина. Да, по поводу відгука людей. Мы ехали, прошел сильнейший ливень, мы попали под град, это было поле, мы стояли на поле, накрытые, там какой-то каремат, по пальцам бил град, ну, в общем, это был час ужаса, такое, вообще ветер сорвал, ну, сумасшествие было. Погода такая темная, хотя, чтобы это было 3 часа дня, по-моему, ну, такая вот, ну, град, молния, ладно. Намокли, как цуцики, едем уже не до ночлега, уже до... Это было где-то часов 5 вечера, как бы ничего такого критичного, но все мокрое, вы не можете нигде встать, дрова все намокли, ну, то есть все. А у нас ни еды, ни воды, вообще ничего, мы пустые, мягко говоря. Первое село какое-то там, мы его видели, оно километра 3-5 от нас было, мы подъезжаем, и первая хата, пустите переночевать. Чтобы вы понимали, даже не то, чтобы пустите переночевать в хату, а пустите хоть какой-то сарай, крыша просто, чтобы встать, просто согреться. У нас-то была с собой одежда, переодеться. Но сама, вы знаете, человек, вот представьте, вот я взрослый парень, и со мной таких же взрослых парня два. То есть получается, и у нас общая суммарная масса у одного парня 90 килограмм, то есть вы понимаете, он комплектован, второго 92 примерно, и у меня где-то 100. То есть и три взрослых парня, и там мужчина такой, а у него, как оказалось потом, в хате живет, ну, была жена и маленькая дочка. Мужчина где-то, ну, наверное, за полтинник. Вы знаете, его нас пустил. И в моем понимании это просто подвиг. Понятно, что мы там ходили на цыпочках тихонько, там, лишний раз, ну, то есть, там, извините, пожалуйста, там, вежливые, ну, прям, ну, так вот. Ну, вы представляете, вот подпустил вообще трех левых, просто, вот, кто вы такие? Паспорта не спрашивал, ну, более того, мы ему предлагали потом деньги, ну, мол, благодарим, мы от души, не то, что там... Он не хотел брать, мы потом его уговорили, пошли купили дочке сладостей. Вот, ну сам, вы понимаете, вот, это отвечаю на ваш вопрос, насколько люди были, да. Теперь возвращаясь к той, за Украину, вы знаете, вот я приехал с Николаева, вот у нас здесь люди в основном бывают ноют. Вот ноют, плохая жизнь, все так плохо, все так плохо, все так дорого. На велосипеде полмесяца всю страну объездил, я не скажу, что это было дорого, но чтобы вам было понятно, поход в цифрах обошелся где-то 4000 гривен. Весь поход. Это при условии, что мы не особо экономили на еде, то есть кушали. Не так, что там, а, там, мивина, там, нет. У нас были пельмени, у нас были вареники, у нас были персики, у нас были виноград, то есть это все... Вы это брали с собой? Мы с собой брали деньги, и это все по ходу в любом селе, в любом где-то были какие-то магазинчики, мы покупали, что есть. Понятно, что мы максимально со здоровым питанием, мы дружим, мы спортсмены со здоровым питанием, но при наличии отсутствия как такового здорового питания мы ели, что было. Но суть не об этом. Так вот, я зашел в квартиру, ну как квартиру, дом. Домом нельзя назвать, комнаты нельзя. Это, ну, я не хочу оскорбить там, ну, это было просто шалаш. Это вот, если кто видел картину «Хата Тараса Шевченко», солома глиняная, вот такая все, вот такое окошко. Я еще, честно говоря, потыкал пальцем. Я думал, там еще, знаете, как в старину натягивали мочевой пузырь вместо шибки, вместо стекла. Реально, вот такое окошко, вот такой потолок, мазанка, боже мой, и там, ну, такая нищета, прям нищета, вот прям нищета. И я тогда понял, что мы еще, ну, мы как в Дубае живем, если так разобраться, против. То есть я к тому, что поход очень хорошо дает понять, что не все так плохо, и не дает вот это вот ощущение, наслаждайся жизнью, просто наслаждайся жизнью. И еще раз объясняю, человек, ну, мягко говоря, ну, нищий, и он нам открыто, ну, берите, пожалуйста. А были моменты, когда подъезжаешь, обычно нормальные хоромы, вот прям хоромы. Дайте воды, просто воды. Причем мы видим, что там рабочие шуршат, что-то делают там, и вода есть, вот она, у них льется. Дайте воды, воды нет. Причем, чтобы вы понимали, нам не надо 10 тонн воды, нам надо 3 бутылочки попить. Вот такая вот, как бы, вы знаете, парадокс. Да. И это очень, с одной стороны, с другой стороны, как бы все понятно, от человека зависит, но как я понял, что люди... Чаще всего люди идут на отзыв, когда видят, что
вы нормальные парни, плюс, вы понимаете, есть такое понятие, как энергетика. Вы приезжаете, вы же едете по природе. Да. Вы эти энергетику до нас не сидите. Ну, занимаюсь спортом, да, йогой, медитацией, ну, не об этом. Суть, понимаете, энергетика, когда вы едете, вы счастлив. Да, бывают трудности в походе. Ну, имеется в виду трудности, как, педали крутить или там какие-то, вот, как я сказал, где-то по бурьяну километр. Ну, это такое, знаете, когда солнце светит, все так шикарно, море там в 3 метрах от нас. Вот это такие трудности, которые как бы, ну, как бы. І хотілося б запитати, дивіться, в нас попереду 2 вихідні дні, можливо, ті, кого ви своєю енергетикою зарядили, і ті, хто вас взагалі потрібно на 7 ранку кликати. Ті, кого зарядили своєю енергетикою, можливо, щоб ви порадили взяти з собою у такий похід, от буквально на 2 дні, з суботи на неділю. Смотрите, якщо просто у вас 2 дня путешествия, просто візьміть гроші. В принципі, якщо ви собираєтесь десь ночувати, да, велосипед, естественно. Ну, в будь-якому разі ночувати доведеться. Смотрите, ночувати, опять же, ваше вміння договариваться с людьми. В принципе, если вам ничего такого мега сложного не надо с точки зрения там перина, кровать, а какой-то там сарай и что-то упасть, просто упасть на какую-то солому, то вас, я думаю, приютят в принципе везде. Деньги для чего? Чтобы просто покушать. Я объясняю, на 2 дня везти с собой казан, везти с собой спальник, каремат, палатку. Если вы такой уже яркий представитель велопоходной жизни, то в принципе можно, как бы не проблема. Но если вы просто, как говорится, хотите покататься и просто где-то, как говорится, переночевать, ну, я бы... Чтобы окунуться в эту атмосферу, потребно все-таки багато брать. Опять же, смотрите, можно, допустим, идеальный маршрут, это в Мигею съездить, день пути туда. Если меня обычно спрашивают, а день там можно побудь, сложно ли там, я не знаю, примерно 100 километров плюс-минус больше. Я вам скажу, что за день покрыть их можно. Причем я вам скажу, что покрыть их можно любому человеку. Другое дело, насколько у вас будет потом крепатура, впоследствии, может быть, да. Или там попа болеть, потому что вы на седле сидите, да. Я прошу прощения, да. Но, в принципе, как бы ничего такого сложного. 100 километров – это не предел и не страх. Это страх у тех, кто никогда не ездил. На самом деле, вот едешь там с парнями, спрашиваешь, пацаны, а сколько мы проехали? Там уже 75 километров. То есть, вы понимаете, гарна купання також. Это мы занимаемся боевыми искусствами. Это вся одна федерация «Красный дракон», которую я представляю. Это мои ученики. У нас это уже, я же говорю, у меня это 7-й поход, у ребят там 4-й поход, 5-й поход, в зависимости от того, кто когда был. Вот. Просто, а давайте поедем, а давайте. Этот поход был вообще... Просто гарні купання є ще час, іде швидше йде. Мы постоянно такой компании. Вот сколько предлагали другим, пожалуйста. Поехали. Вы знаете, хотел бы сказать, сразу всем ответить на этот вопрос. Все боятся, знаете, даже не в том, что ого, это сколько педалей крутить, или как тяжело, я не выдержу. На самом деле я уже объяснял, что педали это самое последнее, что крутить. То есть на самом деле больше психоэмоциональная составляющая, когда вас вот комары едят и все. І от і хоч психуй, хоч не психуй, ну ти ж не можеш всіх розогнати. Я думаю, на тему велоподорожей можна говорити ще багато і багато. Дякую вам, що ви до нас завітали. Дякуємо за корисні поради. Чекаємо вас в гості ще з новими історіями, з новими звершеннями і з новими порадами для наших глядачів. Власне, я переконана, що багато хто скористається цими порадами. Ви тим паче, що попереду вихідні дні. От чим би себе зайняти, скажімо, можна відправитися в велопохід. Дуже вам дякую ще раз. І вам дякую.